не справился с управлением. В пятницу в полдень большегруз чуть было не въехал в автозаправочный комплекс. Фура не смогла вовремя затормозить со спуска на Муловском шоссе и наехала на дорожное ограждение перед заправкой. Водитель многотонного большегруза марки «Мерседес» не учел погодные условия. Хотя нельзя не заметить, спуск был скользким, потому что плохо был обработан дорожниками. Так что основная причина ДТП – гололедица.